Здравствуйте, дорогие подписчики мои любимые! Сегодня я снова покажу вам видео. Это книжечка январская уже этого года, но начала я ее еще в прошлом году. Книжка для девочки. Корешок на люверсах у нас переплет и с интересными бусинками на обложке часы. Вообще эта книжечка, ну, во многом сосредоточена на изучении счета. Часы на липучечке у нас. Тут все расставлять очень хорошо. Я со своими детьми, с Ромой, ему сейчас 8 лет, мы учили время как раз вот по таким часам. И в садике я ему тоже делала такой планшет. Открывается книжка у нас с разворотом спальни девочки. Вот она у нас такая красавица. Тут, насколько вы помните, меняется у нас утро-день. В шкафу много одежды, которую можно поменять. Например, одеваемся такой шортики-маечку. Дальше у нас снова счет идет от 1 до 5. Паучок. Мы даем задание паучку найти цифру, например, 4. Вот у нас 1, 2, 3, 4 цифры на липучке. И паучок должен сесть на эту цифру. Ту цифру убираем и садим паучка. И он такой чик прыгает. То есть паучок у нас на резиночке, он прячется. Мы вместе с ним изучаем. Также можно сосчитать количество носочков. Это как счетный материал. 2 носочка. Цифра 2. Носки по парам тоже разбираем. Стирка. Порошок кладем. Кондиционер. Тут еще дополнительный шкаф. И развешиваем белье. То есть учимся, моторика пальчиков, учимся развешивать белье. Корзинка. Здесь тоже можно стирать одежду обычную. Тут в стиральной машине. Интересная эта страничка. Любят. У меня мальчишки тоже очень любят в нее играть. Ну, потому что они видят, что я постоянно что-то там стираю, хозяйничаю. Так, тут у нас один. Да, передвигаются. Две совы, три птички, четыре снова совы и пять бусинок. Для моторики, ну и паучок забавный. Немножко изменила страницу, у меня были просто бусины и цифры, но я решила добавить элементов. Следующая у нас очень богатая страница, это мир насекомых, пчелки, лабиринт пчел. Тут у нас пчелки летают, улей. Ули у нас велкролента, и они могут перелетать тудым-сюдым. Птичка вьет гнездо, и в дупле сидит, конечно же, сова. А здесь у нас мир насекомых и фигур. Бабочка, у нее круги и ромбы. Тоже она может садиться на цветочек. У стрекозы овалы. Божья коровка у нас просто божья коровка. За что мне нельзя побыть просто насекомым. Пчелка. Она тоже может садиться на цветочек. Они все на липучках. И тут у нас паучок, который ползает вверх-вниз. И паучка. Квадратик. За цветочком, семицветиком, спрятаны еще у нас пуговки разные. Мискалка и колокольчики издают приятный звук. Они звенят. Все, рассаживаем всех по местам. Это очень... Эта страничка дороже, обычно по 600 рублей страница у меня.
если заказывать. А это вот, ну, так как очень много элементов, 750 стоит. Но иногда бывают скидки. Не иногда, а почти всегда. Поэтому нужно следить. Так. И у нашей девочки есть друг, мальчик, морячок. Он к ней приплывает на алых парусах. И они вместе рыбачат. Это магнитная рыбалка. Так вот, приклеиваются рыбки. Тут лабиринт. Ой, тут для сенсорной моторики сокровища на дне морском можно искать. И пеликан-обжорка тут тоже. Спрятаны всякие интересности. И пеликан кушает рыбки. Тут у нас задействована молния. Как раз молниями. Дальше. И следующая страница. Тоже счет. Счетным материалом. Огород. 1, 2, 3, 4, 5. Раскладываем овощи по местам, по номерам. По цифрам, да? По порядковому счету. Вот у нас 5 капуст, 4 морковки, 3 репы, 2 помидорки и 1 лук. Также тут есть хранилище. И рюкзак-застежка. Тут много карманов. Здесь можно хранить сменные детали. И фастексы, котики, карабин, фастекс и еще один сложенный карабин. И сюда можно складывать какую-нибудь вкусняшку, типа конфетки для ребенка, чтобы он открыл, нашел свое сокровище. То есть такой вот интерес. Так, застегиваем в обратном порядке все. Дидактическое пособие, это книжка развивающая для возраста, уже год плюс, то есть с года. То есть на предыдущая книжка у нас была с 6 месяцев, да, там где пищалки, хрустелки всякие, погремушки и прочее, то здесь уже конкретно на изучение счета, цвета и развитие моторики. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.